Не жди меня, мама, хорошего сына, а жди мошенника вора. Меня засосала тюремная трясина, и жизнь моя вечная тюрьма. Конечно, бывает скучно, если больше там в камерах просишь. Там... Ну а куда здесь никуда не денешься, тюрьма-то не резиновая, всех не уместит. В принципе, мы привыкли, может, вам, конечно, здесь не хватает воздуха. Так вот, в том-то и дело, что одно время-то все не встают. Не встают. Ну, кто-то отдыхает, кто-то там читает, чем-то занимается. Ну, как безвыходном положении, так бы приспособились, как куда деваться-то? Ну, конечно, человек, можно понять, конечно, по татуировке, кто есть кто там, допустим. Опять же, зависит все от качества татуировки, какая на нем татуировка там и там. Ну, конечно, приходилось, почему же не приходилось? Да. Человек же сразу ты определишь, допустим, я также там по централам где-то ездил, заходил в камеру, так же ко мне относились, и так же я там с кем-то встречался точно так же. Раньше человек, если он вор в законе, уважающий себя человек, он действительно он прошел все крыты, все изоляторы, все буры. Он знает, что он ни грамма ни в чем нигде не запачкан. Это вор в законе. Сейчас он приходит в зону, ему 24 года от роду, он уже вор в законе. Да какой он вор, он жизни не видел вообще. Бродяжку! Халиков! Раньше начали иметь татуировки тоже, воры в законе. Так. Потом начали делать татуировки, значит, мы, наверное, встречали это на груди Сталина, Ленина. Тогда была мода, когда я сидел. Вот у меня же, по-моему, встали, что ли, что-то, не пойму. Это не на полке, нет, это уж ты никак или в блатной не пляшешь, не будешь фраером. Вот тут я не буду штаны скидать, вот. Ленин, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Ну, Сталина и Ленина кололи из-за того, из-за чего? То, что давали высшую меру наказания. Угу. Да, если есть у вас эта наколка, вы уже не подлежите расстрелу, потому что наколот вождь. Да. Говоря об истории нашего исправительного трудового учреждения, стоит вернуться к 1930 году. Тридцатые годы лихолетия, когда на базе бывших монастырских зданий были преобразованы как бы в коммуну. Когда постановлением Уральского исполнительного комитета здание бывшего женского Иоанна Предтеченского монастыря было передано в пользование
НКВД. Коммуна была преобразована в колонию уже взрослую, усиленный режим за злостное нарушение закона. В основном отбывают наказание значит, люди, совершившие тяжкие преступления, убийства, изнасилования, грабежи и другие опасные для общества деяния. Раньше я сразу скажу, кто 28-го года сидел, я скажу, это все по наколкам идет. Вот я сразу скажу, ага, 27-й год, 28-й. Почему тогда Орлов караулен еще? Орел вот тут. После уже пошло, пошли Сталина колоть, Ленина отдельно, или на спине, или тут. Потом вот эти монастыри, а сейчас ведь вон что, про этого Пелхова, вон, вот чертей там, с попами его жарит, вот это вот, посмотришь, ну, дрянь вот это вот. Ну, если он носит такой лагерный характер, то, я же говорил, уже второй паспорт. Просто некоторые вопросы не нужны. Если человек там отсидел, второй раз падает и много о нем уже говорит. То есть его можно просто прочитать как книгу все. Ну, в основном, что можно по татуировкам определить? Прежде всего, наличие судимостей. Или они называют это одна судимость, ходка через зону. Татуировки в местах лишения свободы наносятся определенным смыслом. Основные группы преступников – это воры, воры. Вот. Эти традиции, воровские традиции, это неписанные законы преступной среды, они насаждают среди других, значит, осужденных. В преступной иерархии, ну, во главе, конечно, стоит вор в законе, крестный отец. Затем авторитетные воры, авторитеты. Затем большая группа, значит, называют их мужики, то есть которые не профессиональные преступники, ну, например, за автодорожное происшествие, за хулиганство, за драку. Если он имеет, значит, множество татуировок, которые показывают его преступное прошлое, он пользуется авторитетом среди других заключенных. Ну вот первый персон обозначает, судим за грабеж по малолетке. Гоп-стоп. Второй персон, вот половина короны затушеванная, половина белая, дорога через малолетку. А это отсидел срок полностью. Ну полностью затушеванный персон. Это вот вроде как палач. По тюремным понятиям это, который человек придерживался каких-то воровских традиций. Обычно колют убийцы, их колют. Обычно они их колют. Это? Это человек человеку зверь называется. С одной стороны профиль женщины, с другой стороны профиль зверя. Это еще не сделано. Больно вытерпло. Больно, сильно. Эти места очень больные. Каждая наколка на что-то обозначает. И не каждую наколку ты имеешь себе право колоть. Ну вот, один из них вот. Ну, парусник означает то, что я вел на свободе разъездной образ жизни. То есть перекочевал с места на место. Ну, а вот это у меня здесь пират и череп. То есть пират это разбой, череп с ножом, 102-я статья убийства. Тоже, допустим, у многих арестантов есть крест на теле. Если он с Иисусом, то это как раз говорит о том, что это человек вор в законе.
Вообще это кельтский крест. То есть так, определенный мистический символ. Но здесь это прежде всего мишень. Перекрестие прицела. В тот момент, когда она наносилась, говорила о том, что веду образ жизни, который рано или поздно приведет меня к печальным последствиям. Вот я вспоминаю, я начинал работать, скажем, 20 лет назад. Было какое-то такое массовое стремление обязательно сделать какие-то татуировки в местах лишения свободы. Вот. Значит, мы наказывали за это. Сейчас у нас, согласно нашего закона, татуировки в местах лишения свободы, они запрещены, вот именно их производители татуировки. Ну так по закону запрещено, но умудряемся все равно делать. Как одного человека ставит на атас, чтобы за милицией смотрел, и делаем. Ну как, там через знакомых или через кого-нибудь находишь, кто делает, договариваешься там за определенную цену, то и все. Все ищешь место, там, рисунок, или, например, на словах ему говоришь, потому что мне приблизительно тот, он тебе накидывает, например, на листке бумаги, там так пойдет, да, например, все устраивает. Там столько-то, все нахуй, место, где сделал, делаешь, все. Меняется все, когда в свободу сюда заходишь даже. Не в качестве гостя, а так, со сроком. Вот эта машинка, можно сказать, моих лет здесь. Работаю, зарабатываю себе на существование. Данную колонию здесь все знают, что я колю хорошо. Ко мне сами идут. Кому-то переделать рисунок, кому-то новый что-то сделать. Мне разницы нет, что наколоть. Лишь платили. Вот обычные бритвы, механические для бритья. Делаешь приставочку, одеваешь колпачок, струну затачиваешь и все, заливаешь сюда тушь, колпачок, заводишь ее, и она начинает работать. Особый дар у Леонардо да Винчи, видать, был. Но его же никто не видел, правильно? Он ученый человек, как человек. Особо в Эссе ничего не видел. Ключей у сторожей, стоя у окошка ночи лунной, я прощался с матерью своей. Неужели мама не узнала своего родимого сынка? Молодым меня ты провожала, а теперь встречай старика. Не сказали, что зарыт землей, запись.
вечерой быстрой рекой. И старушка горько зарыдает, обливая жгучую слезой. Не был ума моя зарыт землею, но с землею крепко связан был. По глубоким шахтовым забоям много мама горя. Так налей же, мама, больше водки. Водкою свою я грусть залью, позабуду лагерные муки. Позабуду лагерные муки, и от счастья песню вам спою. Ну, в принципе, не секрет, что как бы между камерами, то есть существует, как бы, называется дорога. В тюрьме, в принципе, между камерами существует сообщение. Это огромные палки, такие, и берется там, делается веревка, и можно написать записку в любую камеру, где можно, в принципе, написать эту маляву в любую камеру, отправить и как бы вот сообщаться, как бы со знакомыми тебе людьми. По этой же дороге можно отправить, и если где-то вот плохо с чаем, сигаретами, то есть вот отправлять даже вот такие маленькие, да, бандероли. Но как бы еще существует, если сокамерники как бы вот знают, что он скорее всего выйдет на волю, то берется клочок бумаги, на нем пишется что-то, заворачивается все это полиэтилен, вот, и эта торпеда, грубо говоря, ее засовывает в задний проход. Могли кормить 3 раза только манной кашей. Жидкой манной кашей. Без соли, без сахара, без ничего. Манная каша. Все. Это вся была еда. Ну вот, утро — это завтрак. Вот эта вот каша непонятная. Все, я так понимаю, из каких-то второсортных продуктов. Хлеб там второго помола, у всех там животами было как бы нехорошо от этого хлеба. Обед — это вот какой-то суп, и все пресное, и абсолютно там видно даже, что просто какая-то вода и какие-то вот овощи плавают. Люди пухли,
от голода. Я сам болел 2 раза дистрофией. Я испытал ее в 2 видах. Это самый худший вид дистрофии. Я, извините за выражение, писал и какал кровью. Питание очень плохое. То, что, видимо, приносят, и вот они там семьями живут, там кому-то что-то приносят. Там. Вообще мы хлеб туда, сало, вот я солю сало, 3 килограмма сала. Покупаем самые дешевые какие-то продукты и посылаем. Два месяца, как бы, я ел то, что в месяц положена одна передача. Это... Сейчас я не помню, но какое-то определенное количество там килограмм пищи, там плюс сигареты, там чай. Вообще мы не знаем, что туда доходит, мы ничего не знаем. Люди говорят, что доходит очень все плохо, что посылайте самый минимум, потому что все это забирается. Вот я 5 штук лимонов ему передала, я уверена, что не пойдет. Килограмм шоколадных конфет, но это ему не будет у него это. Я уверена, что это ничего не будет. Но сахар, наверное, передадут, хлеб передадут. И, в принципе, на это питаешься. Это не так часто, но, по крайней мере, у меня не было такого чувства голода, которое вот появилось потом, как бы через 2 месяца какой-то недостаток витаминов есть. И тут есть как... Вот. Тут, по-моему, на не опоздай на обед. Не торопись на работу, не опоздай на обед. Вот такие вот, девушка, дела. Можно определить по татуировкам, значит, его вкусы, интересы, какое преступление он отбывает наказание, какое положение занимает в преступной среде. Тематика очень и очень велика. Самая низшая категория в преступной среде – это так называемые опущенные, то есть мужчины, которые в колонии исполняют под принуждением чаще всего женскую роль. Эти вот изгои, парии, опущенные, иногда спать он только под нары, и с ним не положено здороваться, значит, взять у него, например, покурить и так далее. Вот такие дикие неписанные законы существуют. Я встречал такого обиженного, у него было на лице какого-то рак. Факт налицо. Все это у него клеймо на всю жизнь. Как он стал, кто это сделал, это уже никого не интересует. Главное, что с ним это сделали, и он такой человек. Все. Они вообще живут отдельно. Ну, как на волях называют, там, голубые, допустим. Они живут отдельно. Питаются отдельно, за столом они отдельно сидят. У них свои столы и все. Они самые низшие кастрюли. Обижены. Я к нему могу ему что-то отдать. Будет у меня чай, ему налью, его уже посуду. Ну, не больше. Каждый человек здесь ищет себе ровно. С кем он делит свою личность. Тот же хлеб. Что же я дурак совсем? Ну как, почему? Потому что я себя уважаю, меня уважают люди. Я в авторитете, как это так? Он даже не имеет права мне в глаза посмотреть. Подойти, посмотреть в глаза, потому что ему сразу башку отшибут. Как нужно лучше подходить к людям, разговаривать с ними. Нужно всех понимать, чтобы не так скажешь, можно получить в лицо. Некоторые с малолетки приезжают опущенные. Некоторые ребята, у них ни курить, ни чаю нет. Они сами начинают. И много вариантов. Есть вариант, человеку задолжал, проигрался там в чем-нибудь, в нарды, в карты. И отдать не может. Они ему делают условия, и ему приходится.
хочу менять свой цвет. Устал. Устал сидеть это, во-первых, проводить много времени в страстном изоляторе. Это очень трудно решить. Для меня непосредственно. Ну, есть, конечно, среди должностных лиц плохие люди, то есть по зэковскому, козлы или как. Козлы, осужденные, но которых поставила администрация исполнять какие-то функции, какие-то обязанности. Было время, когда я там находился, что даже ключи находились у этого контингента. Они спокойно могли зайти в камеру. Написать на тебя докладную и так далее, и тому подобное. Ну, в таком плане, короче, которые не приветствуются в нашей лагерной жизни. Ну, в счет своего благополучия могут подставить близкого какого-то, еще что-то. Все, а в нашей жизни это нехорошая каста. Я приехал в колонию на малолетку в январе. Администрация стала работать где-то в середине апреля. Как говорят на зоне, козел работал на администрацию. Просто один раз сходил, помог администрации. После этого постоянно стал ходить, помогать. Когда я сидел на малолетке, я хотел освободиться по УДО, условно досрочно. Мне не удалось. Когда я сидел в ШИЗО, в штрафном изоляторе, мне с соседней камеры кричали, что когда я выйду из дома, ну, когда меня выпустят из ШИЗО, что мне разобьют голову, порежут, ну, угрожали физической расправой. Я решил, что лучше мне не выходить в колонию, потому что жить все равно хочется. Я решил написать отказ от зоны. В закрытом помещении в ШИЗО просидел 8 месяцев. В ШИЗО сидишь, там камера, нара, все больше ничего. На улицу выводят раз в день на час. Степанов Николай Николаевич, 1979 года рождения. 544-й часть. Лучше, чем свобода, нет ничего. Все свободно. Ловили, поймали, посадили. Ты знаешь, то, что я перед тем, как меня посадили, я был в бегах. Скрывался от милиции. По-моему, лучше, чем свобода, ничего нет. Потому что у меня нет вокруг заборов. Если я захочу, я могу пойти куда захочу. Два квартала. Там остановка будет автобусная, автобус однёрка, садишься, едешь на вокзал. Ну сейчас мне не надо идти куда хочу. Я сейчас хочу пойти на автовокзал, сесть на автобус или на электричку и уехать домой. А там уже буду делать, что захочу. Да. Я приезжаю, меня сразу. Хартриц нас пришел, и так меня раз сразу выдергивает, пошли. Ну, избили, короче, нас сажают в Воронок.
Ну, один там, ну, деревенский, он раз за решетку, а там в воронке как два отсека, ну, это дверь решетчатая, мелкая клеточка такая. Ну, он взялся так рукой. Ну, тут три мусора сидят, один с собакой. Ну, это ничего не говоря, берет прикладом, ему по руке бьет. Ну, я сидел рядом, вижу, но он молчит. Ну, я просто ему говорю. Я говорю, что, держаться уже нельзя? Что? Он говорит, держитесь так. Я говорю, ну, что, за воздух, что ли, держать? Ну, и слово за слово мы цепляемся. Ну, я его посылаю нахуй, короче. Ну, и все. Тут он мне говорит, короче, будешь выходить последний. Я говорю, да мне какая разница, первый или последний. И уже все, когда вышли, уже Столыпин подошел, все. И я выхожу, а он один мусор здесь стоит. И он меня ногой бьет вот так вот. Я с воронка, просто я удержался на ногах. Ну и вот по этой туннели, там пока бежишь, тебя там травят собаками, штыками колят. Там-то не видно, как они собаками травят. Они же здесь не будут собаками травить при людях, правильно? В туннель, когда заходишь, там вольных никого нет. Одни мусора, собаки, все, там больше никого нет. Был в такой известной тюрьме Соликамск под названием Белый Лебедь, в которой я ничего хорошего вам сказать не могу, которая мне, конечно, на всю жизнь оставила очень большое впечатление. В этой тюрьме я своими глазами видел несколько раз и смерть людей. Балан, и он вместе с этим баланом бросился в эту пилораму. Вы сами представляете, что от него осталось. Ну, что вот касается Белого Лебедя, там это было организовано еще при коммунизме. То есть посмотреть, как вот по принципу, когда сказал вот Дзержинский, что зэк сам искренний зэк, наверное, по этому принципу была построена эта тюрьма. Это учреждение Белый Лебедь, оно имело очень много предназначений. Во-первых, сломать авторитетов, как они говорят. Второе, это раскрыть нераскрытые преступления. Туда отправляют тех, кто с точки зрения администрации является отрицательным элементом. Там ни кошек, ничего нет, батареи нарисованы с коричневым краской. Градоначальник холодно, но тьму пол деревянный, никак. Кажу, ну-ка, диванный, принеси. Кажу, градусник. А там пластинкой нарисовано. 5, 10, 15, 20, 20. Кажу, 20 градусов. Видишь? Показывает. Она нарисована краской. В августе прошлого года на питание выделялось 67 копеек в день. Одного заключенного. Это стоимость 300 грамм хлеба. Даже при Сталине делал больше. Все подполковники заходят, зашли, придраться, эти не на чего придираются, вот, и начинают урну пеленать. Первые сведения у нас были страшные о плитках в 89-м году, получили. Любого человека, вор в законе, он не вор в законе, кто он такой, если из него делают, вот, амебу. Пытки совершенно жуткие. Но самая страшная пытка – это пресс-камера. То есть вот страшнее ничего нет. И люди, которые проходят многие пытки, когда их сажают в пресс-камеру, то они ломаются. То есть это когда ты сидишь среди специально подобранных заключенных, которые выполняют распоряжение оперативной части. Они с тобой могут сделать все, что угодно. Выдержать это невозможно. Ты, например, не спишь. Я сидел в пресс-камере, я знаю. Вот, не спишь. Ты, ну, ты боишься спать, потому что тебя
Ну, вот, так сказать, боишься просто этих, я их называл крокодилами там, в яме. Ну, там обычно отрицательный элемент ломают. Ну, там бьют, беспредел, там это все. Ну, устраивается, где беспредел, пресс-хат есть, понимаете, такие пресс-хат. Ну, бросают нам, например, в хате, там сидит человек 26, здоровые такие качки бросают в хату, там могут тебя сломать, могут там обесчесть, понимаете. Приезжают, забирают, говорят. Говорят, вот, посрамлен твой арест. Ну, типа камера пыток, или что, как ее называют. Ну, она герметична, сама по себе герметичная камера закрывается. Вот с пола открывается там 3 или 4 люка, и вот оттуда вода прет. Мне вот до определенного уровня наливают они. Они могут ее полностью залить воду. Могут там определенный уровень, ну, смотря по твоему росту. Вот заливают ее вот так вот, или по горлу заливают, чтоб ты не смог уснуть. Все мои деньги ушли, спустила их все на похорона. Ко мне девчонка приходит, говорит, Сенька, там, говорит, твою мать пошли откапывать. Трое цыган. Выкопать там, забрать золото, деньги, драгоценности. И всем троим отрубил голову, повесил на соседние ограды. У меня свои законы, говорю, не трожьте святой. Не посягай на святой, я тебя оставлю живых. Вот здесь на веках глаз, значит, не буди. Рядовой такой, значит, не имеет права на эти татуировки. На глазах? Да. А это просто колледж для того, что когда ты спишь, чтобы тебе подошли, значит, там, надзиратели посмотрели, не буди. Такое огромное среднее население. 1,5 миллиона зэков и сотрудников. Так они, наш бюджет не выдерживает. Они переполнены. Ну, примерно камера там у нас 4 на 4 метра. Сидит там 3-4 человека. Такая же жизнь обычная. Собрались мы там, все знают друг друга не один год. И у нас довольно-таки быстро время прошло. Там точно так же можно и просвещаться, и читать какую-то литературу. Есть также у нас парные игры. Вся та же жизнь, как в лагере, как вот в ограниченном пространстве. Ну, вы себе представьте, 24 часа в сутки, 120 человек. Вот. Сколько времени приходится одному человеку на парашу, на экран, на окно. И этот этап, он длится уже довольно-таки давно. Переполненность уже началась где-то с 92 года, уже камеры все были переполнены в крупных городах. А
После этого количество заключенных все росло, росло, росло. Камера рассчитана на 16 человек. 27. В настоящий момент. Бывает больше. Ну как, договариваемся. Кто-то спит ночью, кто-то спит днем. Просто время распределяем и все. Ну как, приспосабливаемся. Договариваемся, по сколько часов спит каждый человек. По 6, по 7 часов. Как получается, смотря сколько человек в камере. Ну, знаете, человек, он способен приспосабливаться к любым условиям. Так что за такое время привыкаем. Тюрьма перебита, камеры там рассчитаны на 16-18 человек, а содержит по 50 с лишним человек. Там полкамеры в этих язвах, там чухаются эти гнойники, это все, чесотка, вши, клопов, море. Ну, Сызрани, да все стены красные от этих клопов. Изменились внешние вещи, но в сущностном плане, как система уничтожения и подавления личности, вот от ГУЛАГ остался. Ведь ГУЛАГ — это ведь не только лагеря, это еще такая неразборчивость, избыточность и сверхжестокость репрессий. Вот в этих условиях все, что возможно сделать, мы делаем. Но, к сожалению, сегодня экономическое состояние таково, что в полном объеме реализовать это просто невозможно. То есть тогда, когда большое переполнение, когда, скажем, на одно место приходится там по 5-6 человек, мы стараемся, скажем, такие меры принимать, как, скажем, дополнительные влажные уборки камеры, так, с тем, чтобы как-то создать более-менее нормальные условия, если так можно выразиться. Представляем возможность поступления дополнительного воздуха. Открываем форточки в камерах. Но условия отсутствия там надлежащего свежего воздуха, вентиляции и так далее, конечно, влияют на ухудшение здоровья. Сейчас меня видел начальник санчасти, на меня готовятся документы по болезни, меня освободить, потому что все болезни у меня нажиты в зоне. Я два желудка пилит. Палочка выращивалась как бактериологическое оружие в наших лагерях. Безопасность здоровья ни, у нас не гарантирована, у нас этого нет. И поэтому, когда осужденный наносит татуировку, были случаи, когда, значит, очень заражение было, когда очень тяжелое положение со здоровьем. Воспалительный процесс после наколки, он по-любому будет. Я его никак не предотвращу. Считай, грязь в организм попадает, она же должна там прижиться. От меня здесь ничего не зависит. Я, естественно, страхуюсь, чтобы лишняя туда грязь не попала. Стараюсь делать все аккуратно, чисто. Я докал уже с жонкой. Жонка, принцип такой, это значит, берется, плавится каблук, как обычный скирзовый сапога.
плавится до такой степени, что он превращается в порошок, растирается через марочку. Все это протирается, и получается такая пыльца. Пыльца это разводится мочой. Желательно того человека, которому колет. И получается своего рода тушь. И колет. Я жонкой такой колю. Жонка, она чернее получается. Не расплывается с годами. Все ярко получается. Раньше вот в церкви кололи, вот там каждый купол обозначал, сколько у тебя судимости. Ну, допустим, 2 купола, 2 судимости, 3 купола, 3 судимости, ну так вот. Купола там что-то обозначали, там, какая судимость, там, сколько я сидел, ну, вот все остальное. Я делал тоже. 8, 9. Ну, не хватает еще немного. Мне все-таки при коммунистах лучше было сидеть. Почему? Разумно срока хоть давали. Вот сейчас мне... Статьи разумные были. Сейчас вот у одного там труп. У него столько же судимости, сколько у меня там. 4 судимости. 4 судимости. У него труп. Ну сколько? Ну 7, 6, 8 лет строгого. У меня же нет ничего там такого. Мне дали 9 особ. За что? Я что, лучше там наберусь? Ну, конечно, там особый режим. 3 курицы украл, 4-й задохнул, Витька, Склявлина. Вот, 5,5. Все, 3 опошек вот этих выставил, 5 лет. Все. А если человека убил, 4. Вот он сейчас, 70 ему. 4 у Васильевича, у Гриши 5, у Володьки 6. И все поубивали, за это меньше. Сейчас все перемешалось. Сейчас непонятно, кто, где, как. Все деньги. Деньги есть, он живет. Это для меня тяжело. Раньше были уважаемые люди. Ну, просто уважаемый человек, уважаемые люди. Я живу по-старому. Это новое, это уже поколение. Ситуация сильно изменилась и в обществе. И непосредственно внутри. Зона все-таки это ведь такая модель государства. Только все отношения между субъектами этого государства они обострены. Немножко напоминает театр абсурда. В номинации «Оригинальный жанр» дипломом лауреата и ценным подарком наградить младшего лейтенанта внутренней службы Корнеева Вячеслава Евгеньевича, оперуполномоченного оперативного отдела ИК-9. Танцевальная группа ИК-15. Thank you.
сейчас видите, невозможно быть вором в законе. Да, ну, в принципе, знаете, у нас сейчас в настоящее время, вот сейчас, у нас нет настоящих воров в законе. Нет. Это просто, можно сказать, все покупные. Все это делается за деньги. Покупаются короны вора в законе 18-20-летними мальчиками, имеющими достаточное количество денег. Ее авторитет он строится прежде всего на том количестве денег или их материальных эквивалентов. Да и контингент сейчас не тот, который был конец 80-х, начало 90-х. Сейчас одни наркоманы, новорусские деньги. Разум не тот, зэка пошел. Я их не понимаю, они меня. Вы понимаете, обычно со свободы много чего идет в лагере. Очень много за свободу. Сейчас на свободу. Ну, видите, что творится. Там коммерсант, правильно, новые русские, правильно пошли. Ну и вот это все идет же со свободы сюда, правильно? В лагере. Я не понимаю сейчас вот этих тех лиц, которые находятся здесь, основной массой. По моим лагерным меркам неприемлемы такие поступки, такой образ жизни. Ну, они легкомысленные, безответственные, понимаете. В лагере привыкают, так как человек слово дал, он обязан его выполнить, как говорится, и довести до конца. А у них это безалаберно, он может слово дать, слово взять, поэтому... Здесь все изменилось. Народ был другой. Сейчас народ такой-то злой, обозленный между собой. Не знаю я даже. Даже взять эти же 81-й, 82-й, 83-й, и то было лучше. Сейчас больше идет наркоманы. Ну какие они наркоманы, в принципе? Они идут за продажу наркотиков. Воровки и продажи наркотиков. Воровки, воровки, воровки. Сейчас мало таких, что вот убийства там. Грабеж какой-то, сейчас уже не сидят. А раньше без определенного места жительства, 198-я, у них была 209-я бомжи. Вот такие были статьи-то. А сейчас в основном идет, спросишь, за что? Ну, там букет перечислит тебе. Кража, продажа наркотиков. Встречалась со своим другом детства, можно так сказать. У него большие проблемы. Он болен был туберкулезом, нужны были деньги на лечение. Ну, прям срочно, он кололся, наркоман. Ну, вот обратился ко мне с такой проблемой, в общем, прям срочно нужны деньги на лечение. Ну, я не нашла другого способа. Некоторых там своих сограждан. Освободить от бремени земного имущества, так сказать. Через полмесяца нас задержали. Сначала первоначально дали 7,5 строгого режима. На этой руке это джин наркомания. С кувшина. Первый раз у меня, из-за чего я в этом отряде, кстати, нахожусь с травмой позвоночника. Спортом занималась серьезно. Мастер спорта я по горному лыжам. Была вероятность такого, что я вообще не встану. Наркотики успела попробовать. Команда спортивная уехала в Австрию на соревнования. Мне что-то так скучно и грустно было. Но тогда я первый раз приехала, там компания друзей, поддержать меня, как-то, чтобы я расслабилась. Привезли наркотики с собой. Тоже наркомания. У меня многое в моем мировоззрении изменилось. Вообще в планах, во взглядах на жизнь. Коренным образом все изменилось, по идее, если разобраться. Здесь черное, это черное, белое, это белое. Видишь отчетливее. Более отчетливее здесь все. Обострено. Чувства, все. Здесь
чего-то светлого хочется, доброго. Каждый надеется на что-то, надежда. Любовь вообще прекрасное чувство. Независимо уже, где это проявляется. Симпатии какие-то возникают между людьми. Со стороны администрации, естественно, пресекается такое. Знаете, например, у кого-то там подруга в другом отряде, там, то есть не выйти, локальная система вот эта. Масса трудностей всяких, но все равно там находят выход люди. Ну, знаете, тут, как сказать, семья. Здесь есть, когда хлебничают. Делят единственный кусок хлеба там с друг другом. А есть семья, ну, как вам объяснить, которые живут половой жизнью. Ну, когда у человека на душе плохо, он должен с кем-то поделиться. Ну, я лично женщина. Я вот противник, что ты вот живешь женщиной, да? А она лежит на секции, лежит на кровати. Влюбляется, целуется. Это не очень приятно смотреть. Понимаете? Я женщина, должна быть женщиной. Это не престижно женщине быть женщиной. Кури. Да, у меня много того. Ну, начала я делать их в период, вот с момента задержания, как. Ну, все примитивно делалось, там, иголочкой, тушью. Не то, что там машинки, у мужчин там на зонах. Змея – символ власти, вот, 4 колючки, 4 года срок первоначальный. Надо было как-то психологически настроиться, может быть, это меня побудило. Я не знаю, что вот я уже стала настраиваться, потому что сейчас поеду в зону, вся молодость в тюрьме. Ну, у меня наколка, ты там это... Я, мол, выше тебя там, ну, в этом роде, вот так. Как авторитет. Да, как авторитет в зоне. Звезды на коленях – это обозначение было такого, что перед администрацией не стану на колени. Это вот начало моей карьеры. И все раньше отвечали за наколки. Если ты не знаешь, как ответить за эту наколку, там, допустим, могли руку сломать или так избить просто. То есть простой обыватель, наколь такие звезды, ему будет очень плохо. Могут просто побить. Я на строгой зоне, куда он попадет, где еще остались старые арестанты. А в старые времена могли срезать. Опять же, и побили бы его тоже хорошо. И их просто-напросто бы срезали на живую. Взяли бы нож и срезали его, просто привязали бы к той же койке и срезали эти наколки. Вместе с кожей. Это времена тебя отошли. Это сталинские времена. Раньше СУ за это спрашивали, а сейчас? А сейчас что хочешь? Ну сейчас, да, еще хочет, конечно, молодежь, что и курит. Раньше татуировки и все это, они соответствовали твоему образу жизни. Но в данное время у молодежи я не знаю, что. У них практически смотришь на их не татуировки и поражаешься. Они не соответствуют ни его образу, ни мышлению, его жизни, ничего. А сейчас что, они колят все, что им нравится, что не нравится. Раньше за это спрашивала. Это вот сейчас новое поколение идет, они, ну так, одна, может, наколка вот тоже связана, или паук с наркотиками, там, или игла у них наколка. Редко с наколками видишь, это раньше вот мы сидели, у нас в основном наколки были, сейчас нет такого. Даже вот ни разу не видела, чтобы кто-то кололся или просил, чтобы накололи. Нет такого. Тоже новая молодежь, новые наколки. Там валютные они, да, всякие уже увидела с наколками. Вот сейчас спрашивала, вот бабочка у одной наколота, говорю, ну так а что это такое бабочка обозначает? Она уже мне объясняет, что если бабочка, значит, она идет вот посередине места там туловища, идет шприц, это значит наркоман.
Я потом вот в этой системе начала 60-х годов работаю. Да, где-то было такая вот к татуировке, ну, какой-то ореол такой, знаете, даже в армии. Но вот мне кажется, что последние годы, вот десятилетия, это идет на спад, это становится немодным. Можем массу примеров провести, когда осужденные, освободившиеся из мест лишения свободы, пытаются избавиться от этих татуировок. Тем самым они приносят, как говорится, в жертву, так сказать, и внешний вид, в результате чего происходит изменение состояния кожи. Вот. Но они стараются избавиться от этих татуировок. Есть. Ну, здесь вот я выводил, вот сигареты выжигал. Ну, у меня были татуировки, остались, как это... Стрела я от татуировки посводила. Ну, здесь была одна наколка. Здесь было пиковое сердце, пораженное ножом. Вот, колется наколку людей, которые всегда готовы пойти на убийство. Колол я по малолетке, будучи не знаю сначала. А потом, когда узнал, я решил ее свести. Потому что я, по большому счету, наемного убийцы становиться не собираюсь. Давно таких хлопот не делал. Засыпается местной марганцовкой, завязывается тем же бинтом, а мучится. Проходит реакция. И просто-напросто она ужигается, и все. Ну как это, с наколками там подумаешь, так вот опять же замуж выходить надо, как кольцо одевать. И то уже вот кололись так-то на этой руке, да, как это не колешь, то что знаешь, что на эту кольцо-то одевать. Уже старались как-то не колоть. Мне даже в автобусе, вот я еду, да, мне стыдно держаться за ручку. Вот. В автобусе держишься за период, мне даже стыдно, понимаете. Вот это уже годы подходит, я не знаю, прям, ну не стыдно на колке. Не хочу больше. Я эти-то постараюсь хотя бы самое с виду вывести. Потому что вот на свободе в этот раз как-то это... Или просто я взрослее, наверное, стала, наверное. Вот это может всего скорее. И мне стыдно иногда, я прячу руки, убираю волосы, чтобы не видать так было на колку. Ну, раньше я ее воспринимал нормально, что это как-то... Рисунок, память там о зоне, там или еще как-то. А сейчас я это считаю глупостью, необдуманным своим решением по молодости. Наколки я больше не сделаю. И говорят, примета есть. Нельзя колоть человека, иначе ты его потеряешь. Ну, у меня такое получалось 2 раза, что я наколола и потеряла человека. Время ушло уже. Иногда, конечно, жалею, потому что у меня нет ни детей, ни семьи, никого. Я вообще один. Конечно, жалею. Но уже поздно.
Нет, я нисколько не жалею и не раскаиваюсь ни в чем. С одной стороны, я не жалею, что я провел в тюрьме. Правда, такой срок не надо было. Мне бы хватило и первых 10 с лишним лет. Не превратился ни в козла, ни в животного, ни в кого-то. Сам для себя остался человек. Вот. Это для меня самое главное. И супруга моя гордится, и дочь гордится. Пускай я даже в тюрьме, но все равно. На здоровье. На здоровье. Зона много, намного глаза открывает зона. Во-первых, взгляды меняются на жизнь, на людей. Сейчас ты научился людей ценить, понимать. Выйдешь, как ты жил раньше, ты уже так жить не будешь. Качественные перемены не происходят. Дело в том, что то, что находится у нас в потенциале психологическом, оно просто проходит определенную закалку. Я никогда бы не подумал, находясь на воле, что когда-нибудь переживу вот настолько редкое по силе унижение, чувство гадливости. Здесь полчаса жизни очень стоим. Как говорится, либо тебе, либо ты. Другого здесь не дано. Кто-то работает головой, кто-то работает кулаками, зубами. Другому здесь не выкарабкаться. Но если ты не смог выкарабкаться, значит тебя постепенно загоняют на самый низ. Человек как бы, пустеет, понимаете? У него ничего не остается человеческого. Он сам себе даже не предназначен, он не знает, ради какой цели он живет. Понимаете? Это называется конченые люди. Я могу обмануть хоть кого, только не сам себя. То есть, саму себе в душу загнать. Главное быть человеком, оставаться. Седьмого июля я ухожу этого года. 20 с чем-то дней осталось. Понимаете, у меня такое еще состояние, как будто я еще не освобождаюсь. Понимаете, я не знаю. Потому что я села при коммунистах, сейчас ухожу при демократах. Были деньги одни, сейчас уже другие. Поэтому как-то даже не представляю. Через 4 месяца ровно ухожу. 14 октября освобождаюсь. Меня ждут дома. Уже заказала младшая, купи Барби мне обязательно. Потому что, говорит, это уже моя старенькая Барби, мне, говорит, новая. А у нас там нету их. Мы живем в лесной поселок. Вот этот срок досижу и получится 9,5 лет. Время уходит. С возрастом все меняется, все понимания о жизни. В душе все равно какой-то есть смысл тайный. Не всегда об этом слово говоришь. Вся жизнь кувырком. Вот этот неисправимый, вот эта дорога через малолетку. Надпись «Босс был осужден советским судом» расшифровывается. Витька теннис, тета, нежность и слезы. Я раб судьбы, но не лакей закона. Господи, прости мне слезы матери. Пусть будет сном, что пережито мной. Это спаси и сохрани, как сопутствующее, чтобы в моей жизни она предохраняет меня. Это решетка и факел. И жизнь научит смеяться сквозь слезы. Слова. Жизнь научит смеяться.